Казалось бы, такое могут только гимнасты. Однако представители спортивной уличной дисциплины воркаут регулярно доказывают обратное. Хорошая погода и турник. Для того, чтобы научиться подобным трюкам, больше ничего не надо. Еще желание, конечно. Менее опасно, но не менее интересно. В фестивале приняли участие ребята из танцевального центра «Онлайн» и студии брейк-данса. От традиционных импровизаций и батлов не отходили, все устроили по привычной схеме. Особенно удивили зрителей трейсеры. Если представителей воркаута и танцевальных центров можно видеть на различных мероприятиях достаточно часто, то паркур более закрытый от посторонних вид. Хотя молодые люди доказали, что показывать трюки они могут где угодно. Даже там, где нет ничего, кроме асфальта. Тренируются ребята, где придется, поэтому зачастую их прогоняют. Для масштабного развития и площадка по размеру и возможностям должна быть соответствующая. У меня есть пожелание к администрации, чтобы построили новую паркур-площадку, чтобы к нам, у нас были в городе проведены разные мероприятия, в которые были приглашены. Очень профессиональные трейсеры. Трейсер – это человек, который занимается паркуром. Прошу никого не называть нас паркуристами, мы трейсеры. Власти города подобные молодежные начинания поддерживают. Даже один из самых главных магаданских скверов не пожалели для планеты М. Здесь максимально в городе по субботам, по воскресеньям могут проходить вот такие молодежные тусовки. Молодежи разных направлений, увлечений, да, интересов. И они должны собираться и показывать, как сегодня можно проводить время без пива, без того, чтобы курить. Мы готовы поддерживать сегодня любую площадку, которая в городе, в любом сквере, парке. Ну почему выбрали вот сквер, да? Ну потому что это в центре, да, как бы сегодня вопрос... достаточно уютный фонтан. И я думаю, что здесь уже за 2 года сформировалась такая аура. Дебютный фестиваль по оценкам зрителей и участников прошел успешно. Продолжение магаданцы могут ждать уже в следующем месяце. В следующем месяце планируем увеличить, да, то есть и велосипедистов планируем привлечь, и граффити будет нон-стопом, ну и какие-то вообще интересные вещи.
мы еще пока думаем. Название то же самое, да, мы хотим как бы создать бренд, да, чтобы в дальнейшем люди знали, на что идут, и знали, что уже будет, что это такое, да. Вот. В следующем месяце планируем провести что-то подобное. Если сейчас молодежи понравится, да, по розовым, по всем, то будем продолжать, почему нет, лето теплое впереди.